Первое поражение в сезоне потерпели футболисты Новосибирска. Они на выезде уступили Уфе. Наша команда создала больше голевых моментов, однако удача была на стороне хозяев. Уфимцы открыли счет, сибиряки сравняли его после углового и добивания Вячеслава Ларенца на 83-й минуте. Однако еще через три минуты нелепая срезка в свои ворота помогла Уфе стать первым клубом, который переиграл Новосибирск этой весной. Но даже поражение не сместило сибиряков с первой строчки турнирной таблицы.